приоритете гарантия, что при частичной мобилизации не произошло ошибок. Об этом заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов. По поручению главы региона создана специальная рабочая группа по вопросам поддержки мобилизованных. Первое ее заседание прошло в среду 28 сентября. Не менее важно и различные индивидуальные вопросы, которые, конечно, в большом объеме возникают сейчас в рамках самого процесса мобилизации. Для меня главный приоритет – это гарантировать, что нет ошибок и злоупотребления действиями должностных лиц в рамках мобилизации. За саму мобилизацию отвечает система военкоматов, но мною поручено создать специализированную группу, которая в том числе и в выездном формате будет контролировать соблюдение всех необходимых процедур прав наших граждан, которые в это ответственное для страны время призываются в ряды вооруженных сил. Активную работу в ней принимает прокуратура, занимается вопросами этими уполномоченные по правам человека в Камчатском крае. Все обращения граждан без исключения встают на особый контроль, и после этого доскональная оценка им идет. В ходе совещания приняли ряд решений, касающихся усиления работы с людьми, подлежащими мобилизации, а также их семьями. В частности, создадут единый центр по обработке обращений, а на базе краевого комиссариата заработает консультационный центр, в котором сотрудники Государственного юридического бюро, исполнительных органов власти будут консультировать мобилизованных граждан и их семей. Отметим, заседания данной специальной группы будут проходить еженедельно.